Вот в Чехию въехали, нужно, чтобы ехать дальше до Праги по автобамам, нужно купить такую наклеечку. 310 крон стоит на лобовое стекло. Это 50 злот. 50 злот. 1 злота 6,50. То есть это 350 гривен на 10 дней, чтобы ехать по дорогам в Чехии. В Германии такого не надо. Находимся мы в Чехии, Прага. Тут каждый третий человек говорит на английском, а люди, которые за 40 лет говорят на русском языке.